Пензе я остановился в отеле «Гелиопарк Круиз», который забронировал через интернет, подъезжая к городу. Отель расположен в северной части Пензы, рядом с федеральной трассой М5, что делает его очень удобным для гостей, следующих транзитом. При этом дорога от отеля до центра города занимает всего 15 минут. В стоимость номера можно включить завтрак, который подают в кафе «Круиз» на первом этаже. Перед отелем есть большая бесплатная для гостей отеля парковка. На территории работает Wi-Fi. Отель располагает номерами различных категорий, от стандарта до двухкомнатного люкса. Мой двухместный номер стандарт был оборудован кондиционером, холодильником, телевизором, сейфом. В собственной ванной комнате с душевой кабиной присутствовали туалетно-косметические принадлежности и фен.